Незаконная стихийная свалка возле дачных кооперативов уже давно беспокоит неравнодушных жителей курорта. Никаких правоустанавливающих документов на организацию свалки мусора в этом районе не выдавалось. Тем не менее, свалка есть. Бытовой и строительный мусор оставляют ежедневно, зная наверняка, здесь работает скрыта камера наблюдения. Но и этот факт нарушителей экологического баланса не останавливает. Мы больше 200 машин вывезли только с посадок мусора. Это и стихийные свалки только что делаем и убираем. И работа сложная, работа необычная. Но мы боремся, назад сдаваться мы не будем, мы будем идти до конца и сделаем все, чтобы победить эту проблему. Сотрудники администрации Анапского сельского округа приглашают жителей, не заботящихся о экологии и чистоте своего города, на беседы, проводят профилактические мероприятия. Если раньше каждый день с места свалки вывозили мусор спецтранспортом, теперь количество отходов до 15-20 мешков в день. Маленький, но уже результат. Как вы видите, это вот набросали за 4 дня. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к гражданам и сказать, что перестаньте делать вот этот бардак. Начните себя уважать. Каждый уважающий человек себя никогда в жизни не позволит сделать вот это, то, что они делают. Каждый должен понимать, что они калечат природу и подрывает имидж города-курорта Анапы, и это очень важно. Чистота в городе и сельских населенных пунктах зависит от самих жителей. Чисто там, где не мусорят и не оставляют мешки с отходами на обочинах дорог. Для мусора установлены специальные контейнеры. Неизвестно, что движет людьми, которые создают стихийные свалки, потому что вывалить гору мусора в своем доме может далеко не каждый здравомыслящий человек.